Значит, наши занятия будут происходить в течение 3 дней. Вступаем ко второй части сегодня «Психология команды». Сейчас человек, возможно, хотел сказать что-то совсем другое, а я его понял по-своему. Каждый должен будет участвовать в проекте каждого, и каждый должен стать лидером в своем собственном проекте. Значит, запомните простой принцип. Ответственность есть власть. Если у вас нет инициативы, вы не являетесь влиятельным человеком в обществе. Вот. Дальше мы их разложим по времени и разобьем на системы. Распределение обязанностей. Относится к организационной части. Этика отношений к организации. Став сообщество. Делать мобильную версию. Онлайн-встречи с лидерами, вебинары. Давайте рассуждать. Это вот какие-то пожелания. Кого заготовил? Тузов. Мы его проговорили. Давайте его запишем, вывесим. График просто по приоритетности. Давайте коротко, назовите мне группу из обычной жизни, группу людей, у которой есть название, все мы знаем, все мы через нее проходили, где все могут быть лидерами. Саня. О, класс. Семья. Семья. Что лидер это не должность, лидер это психологическое состояние человека. Значит, я бы хотел заниматься работой в редакции BGN-TV. Студента, редакция, юра. То есть вот это все работать должно как-то вот как-то. Завтра у нас будет разработка экшн-планов, но здесь, конечно, харизма и авторитет в коллективе. Мы имеем план по конкретному улучшению нашего мероприятия. Предлагаю то, что это большая игра, это проект такой самообучающий. Есть еще кто хочет? Меня тоже заинтересовало именно это направление. Суть заключается в чем? Проверка – это срок 2 недели. И после 2 недель мы уже делаем результат по проекту. С каждой что-то нашел, первый положил, все. Перфект монетин получил. 100 добычек, 100 перфектов. Черпать это вообще бесконечное количество идей, которые можно черпать для развития всего. Я на первом этапе буду как бы наиболее как бы авторитетных лидеров извне находить, с ними вести переговоры и подключать их к нашему движению. В любом, в принципе, отделе, а в отделе продвижения особенно, должны быть органы, направления. Задачи делятся на теоретические и практические. Да, будет состоять из 3 основных блоков. На самодостижение, не влияющее на популяризацию новых участников энергии. Наши программы рейтинговые, мы расширяемся, выходим в центральное телевидение, у нас появляется своя кнопка «Зомба ящик». Мониторинг запросов от участников по необходимым рекламным материалам и количеству решения вопросов обеспечения. Для повышения мотивации работать в глубину. Вообще мы их собрались для того, чтобы перевернуть мир. Чтобы вы понимали, кто этот новорик, что он такой. Характеристика. Сексуально озабочен. Алло, дорвался. Добрый вечер. Ежедневный мониторинг проектов, как новых, так и существующих. Там каждый день, например, хотя бы новостной. Сегодняшнее мероприятие мы наметили вот вектора, да? То есть, как бы, теперь вот стоит задача у нас соединить это.